Здравствуйте, друзья! Всем привет! Всем привет! Мы рады приветствовать вас из студии шоу «Подъем» на телеканале TNT International. Прямо сейчас вас ждет много интересного видео, крутой музыки и, конечно же, наши замечательные гости. В общем, мы уверены, что время пройдет не зря, весело и с пользой. Тогда предлагаю не затягивать и прямо сейчас начать нашу программу. Настя, у тебя бывает такое ощущение, что сейчас появляется столько новых трендов, что уследить за ними просто нереально? Да, и больше всего раздражает, когда все говорят про какую-нибудь новомодную штуку, там, типа спиннера, а ты не знаешь, что это такое, и тебе приходится гуглить. Ладно мы, а представляешь, каково людям старшего поколения? Ну, мне кажется, что теперь, в 21 веке, люди старшего поколения, ну, как-то стараются быть на гребне волны и разбираться во всяких новомодных штучках. Друзья, мы рады вам представить нашу новую рубрику «Зашкварки» и ее очаровательную ведущую Аллу Васильевну. Здравствуйте, меня зовут Алла Васильевна, и сегодня я вам расскажу, что обозначают некоторые молодежные слова. А вы знаете, кто такие хейтеры? Это люди, которые постоянно чем-то недовольны. Мнение каждого человека должно быть. Может быть, некоторые учатся на примере вот этих хейтеров, учатся воспринимать окружающий мир, окружающую природу. С другой стороны, уже если человек запрограммирован на то, что отрицание у него идет, и если человек уже в возрасте, прожив определенный промежуток времени, он, может быть, и имеет право на это. У меня бывает настроение хейтера. Я всегда иду себе пломбир с изюмом покупаю. А что такое лайк? Вы пишете, спрашиваете, что такое лайк? Сейчас расскажу. Это положительная оценка, допустим, какому-то человеку лайк. Одно слово лайк – это от большой души, от большой любви должно исходить. С помощью лайка замуж можно выйти. В смысле как? Тебе понравился? Лайкнула, лайкнула. Или он лайкнул. Ну, понравился, полюбил или еще что-то такое. Идут какие-то положительные эмоции, еще говорят… Флюиды какие-то положительные исходят. Пригласил танцевать, пошли вместе танцевать, пошли в кафе или там куда-то. Опять тоже мороженое съели, лайк. Дальше в лес больше дров. Конечно, можно запросто. Лайк мне нравится. Что такое зашквар? Такое жаргонное слово, что-то уже прошло, немодное, что-то такое. Вот, допустим, раньше в моде были ковры, а сейчас это зашквар. Вешать ковер на стену в доме, вот это зашквар. Сейчас штаны широкие, клешные носить, вот это зашквар. Ну вот и все. Спасибо, что были со мной. До свидания. В эфире шоу «Подъем» на телеканале TNT International. Представляю вам гостей нашей студии. Это архитекторы Андрей Маковский и Алексей Кораблев. Куда прячешь шпаргалки? Под юбку. Кто не боится холода? Эскимосы. Человек выбросил цветы. Почему? Расстроился. Как узнать на улице моряка? Он в тельняшке. Какой подарок можно сделать своими руками? Самый лучший. Андрей Маковский и Алексей Кораблев. Специалисты в области проектирования зданий, члены Союза архитекторов Беларуси и Белорусского союза дизайнеров. Они являются победителями различных архитектурных конкурсов, а также создателями собственной линейки брендовой мебели. Ребят, привет, привет, привет. Привет, привет. Привет, рады вас видеть. И сразу к вам есть вопрос. Как вам в голову пришла идея открыть архитектурное бюро за Робби? У каждого архитектора, когда он поступает на архитектурный, есть мечта открыть свое бюро. И проектировать крутые здания. И мы решили, что лучше это сделать раньше, чем позже. То есть мы открыли бюро на третьем курсе, ничего не умея. И получается, до сих пор оно существует. Насколько большая команда работает у вас в бюро? В Беларуси нету там прям совсем больших архитектурных бюро, но мы одни из крупных, можно так сказать. У нас 30 человек. 30 человек — это немного по меркам вообще в принципе офисов. Серьезно, да? Это немного? Ну, это как бы считается немного, но для архитектурной студии это как бы много. Вот, поэтому...
как-то так. Насколько мы знаем, вы стали участниками такого большого конкурса под названием «Леонардо 2019». Во-первых, расскажите, что за он. Ну, это самый знаменитый, скажем так, конкурс Беларуси архитектурный, который проводится раз в два года, и в нем стараются поучаствовать все архитекторы, потому что это очень престижно, и это, наверное, самая престижная награда в Беларуси, которую может получить архитектор. Как проходят архитектурные конкурсы? Достаточно скучно они проходят, то есть просто выставлены работы, ходит жюри там и смотрит, и... Никакого зрелища? Диджея. Зрелище начинается потом, когда автопати. То есть в целом просто макеты, просто члены жюри, которые проходят, смотрят... Вы как-то презентуете, все, конец истории? Нет, мы даже не презентуем. Распечатанные работы на планшете, там описана идея, они ходят, читают, решают, какая идея там самая лучшая и кто выигрывает. Мы там 3 года хотели там поучаствовать, в этом году мы выставили 17 работ, это достаточно много, то есть это там, наверное, больше, чем все другие бюро выставили. Ну и мы рады, что мы получили какую-то премию, там у нас 2-е место в одной номинации, 2 диплома есть. Ну, решили взять количество, мы рады, что это сработало. С чего начинается работа над любым архитектурным проектом? С чего вот нужно? С идеи. Ну, то есть, самое главное — это идея. Ну, вообще, чем отличить хорошую архитектурную работу от плохой архитектурной работы? Плохая — это когда просто там из каталожных материалов выбран там, не знаю, паркет, там, стеновая отделка, там, или, не знаю, форма дома стандартная. А хорошая архитектурная работа — когда есть идея. Вот любая работа начинается с общей концепции, с какого-то брейнсторма команды и с выработки какой-то идеи уникальной. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях архитекторы Андрей Маковский и Алексей Кораблев. Ребята, как пришел в архитектуру каждый из вас? Ну, я через силу, получается. Я был... Кто-то заставил? Через свою идею. Нет, ну, условно говоря, я учился в математической школе и должен был стать, как все, программистом. Но в 1/4 я сдал математику на 2, и меня испугались, получается, и забрали в художественную школу. Вот. Ну и мама сказала, что, ну, давайте совместим эти 2 вещи, и я стал архитектором. А вот я не из семьи художников, но я... Из семьи программистов? Но такой прорвался. Точно. Не, на самом деле, я рисовал много вообще везде, и меня со 2 класса художественную школу тоже силой. Ну, я не то чтобы там, типа, сильно хотел туда идти, я просто любил рисовать там на обоях, на бумаге, вообще везде, там, на полу, на потолке, где можно нарисовать. Вот. И, в общем-то, отучился в художественной школе, потом хотел поступить в лицей при БНТУ, не поступил туда, потому что тоже завалил математику, кстати, и тоже, по-моему, на 2. И так как я живопись, у меня получалась лучше, чем математика, я поступил вот с Лешей в 1 гимназию колледж искусств, да, 1 учебное заведение, и мы даже сидели за 1 партой, там, 11 класс. Вот. Ну, все, потом сдали, поступили в БНТУ. Ну, я всегда хотел быть архитектором, то есть, как бы, я понимал, что мне нравится очень рисовать, но художникам сложно заработать деньги. Архитектор, мне казалось, это более там какая-то более стабильная, да, специальность, где есть какие-то там финансирования, где есть объекты недвижимости, и мне казалось, что там вот точно можно заработать. Главное слово, казалось. Легко ли работать с вами вместе, или бывают споры какие-то возникают, напряженные ситуации какие-то? Да я, ну, не думаю, что у нас есть какие-то споры, да. Тут главное что, на самом деле, когда работаешь совместно, главное, чтобы цели у всех одинаковые были. То есть, что, ну, вот если люди стремятся к одному и тому же, тогда уже не важно, кто что делает, и ну, как кто там, за что отвечает, потому что у всех цель одна. А вот когда у людей уже разные интересы в бизнесе, то тогда это уже проблема, и получается, люди расходятся именно поэтому. Ну, главное не тянуть, да, одеяло на себя там в разные стороны. Ну, с Лешей легко работать, кстати. Ну... Кстати, насколько мы знаем, у вас также есть еще одна совместная, скажем так, работа. Это линейка, бренд вашей мебели. Да, да, у нас есть мебельный салон и есть бренд белорусской мебели. Ну, так как мы занимаемся в основном частным жильем, частными интерьерами, мы хотели, чтобы в Беларуси была какая-то своя уникальная мебель, которую мы можем использовать, а не использовать просто, не знаю, там, продукты из каталогов там зарубежных стран. Мы съездили в Киев, посмотрели, у украинцев очень много, ну, вот таких вот локальных брендов, и мы захотели создать свой бренд. В общем-то, он создан, там, эту мебель можно купить, ну, в общем, развиваем ее. Вот тут мне нравится такая тема. У нас, на самом деле, например, интерьерный дизайн достаточно дорого стоит, и не каждый может себе его позволить. Но, например, купить там какой-то предмет мебели и обновить интерьер может почти любой. Получается, мы можем
как бы работать на более широкую аудиторию и менять интерьеры даже тех, кто не может заказать как бы дизайн целиком у нас. А вы интересуетесь международным опытом, следите за тенденциями, которые ездят за рубежом, пытаетесь их как-то привнести сюда, в Беларусь? Ну, естественно. Мы работаем за границей, где-то 30% от общего оборота компании, это вот работы. Ну, да. А насколько заказчик, который находится там, и заказчик, который находится здесь, отличается? Они сильно отличаются, особенно по менталитету. То есть... Беларусь вообще поразительная страна, потому что здесь все любят эстетику. Вот как ни странно, в Беларуси вот очень любят наряжаться. Например, там каждый европеец или американец приезжает, все как на Бомонде выглядят у нас. То же самое и с интерьерами. Все хотят в красивых интерьерах жить. И парадокс в том, что у нас дизайн интерьера, ну, в принципе, как-то оплата труда, она невысокая, поэтому даже средний человек может позволить себе дизайн интерьера. А в Европе это только там люкс и премиум-класс, поэтому... Ну, здесь это действительно массовый продукт, там это только премиум и, ну, лакшери-сегмент. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале TNT International, и у нас в гостях архитекторы Андрей Маковский и Алексей Кораблев. Ну что, ребята, у нас к вам задание будет, впрочем, как и всем гостям, которые приходят к нам в студию. И так уж, раз вы архитекторы, у вас тоже будет несколько архитектурное задание. На стену квартиру нужно сейчас будет побыстрее продумать. Посоветовать, что там, как, где заказать. Итак, у меня в руках планшет, на планшете будут появляться какие-то всем известные интерьеры из фильмов, сериалов и так далее. Ваша задача просто угадать, что же это за они. И не опозориться. Вообще не смотрите сериалы, но давайте попробуем. Тут классика. Итак, с классики номер один. У меня аж на сердце стало тепло, когда я увидела этот интерьер. А, что же это? Это «Друзья»? Это «Как я встретил вашу маму». Ну, ребята, я не друзья. Знаю, как так. Это «Друзья», это друзья. Разумеется. Меня, как можно не узнать? Меня жена убьет, она фанат «Друзей». И я страшный фанат. Жене привет передавай, сам посмотри, пожалуйста. Было хорошо. Ну, было рядом. Интуиция. Смотрим дальше, что у нас получается. Отвечайте то, что сразу приходит. Может, это и поможет. Это, наверное, Шерлок Холмс, судя по обстановке. Ну что? Мы согласны? Все, принимаем Давайте ответ. Шерлок. Хорошо, поехали. Да. Это абсолютно верно, Шерлок. Вы, кстати, как оцениваете обстановочку в квартире? Очень сурово. Поехали дальше. И вот такая вот обстановочка у нас здесь. Теория большого взрыва. И проверяем. Абсолютно верно, теория большого взрыва. Я, кстати, думал на «Друзьях», что это теория большого взрыва. Поехали дальше. Есть у нас еще один интерьер. Ну, это Симпсоны, да. Это правильно. Ребята шарят. Класс. Так, хорошо. Поехали дальше. Нет. Не возьмете? Никак. Хорошо, может быть, вам что-то говорит этот интерьер. Давайте порассуждаем. Вам бы девушка помогла, если бы была. Что вам говорит этот интерьер? Сейчас на диване. Девушка, да? Какой-нибудь секс в большом городе. Проверяем. Вот наш следующий вариантик для вас. Это Рики Морти, по-моему. Ну, это абсолютно правильный ответ, да. Так и есть. И смотрим, вот такая вот у нас версия. Такой себе интерьер. Да, мне кажется, это... А что вам не нравится в этом интерьере, объясните? Не знаю, там холодильник рядом, одежда висит. Ну, то есть так себе... Но мне кажется, это из российского сериала какого-нибудь. Да, и ты его закончил. Ты закончил этот сериал. Вы оба его закончили. Я вам скажу, даже за одну парту. Второй подсказок, ну да, мы тоже справляемся. И вот такой вот интерьер. Знакомое что-то, да. Что-то знакомое. Получше, да. Получше? Есть какие-то претензии к этому интерьеру? Или такого? Никаких, мне кажется, очень хороший интерьер. В каком фильме? Буду задавать глупые вопросы. В каком фильме вы это встречали? Обычные идеи. Нет, у меня никаких. Никаких идей. Все, ладно, творческий кризис. Ответ, да, абсолютно верно. Это, собственно говоря, интерьер, сделанный вами, ребята. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале TNT International, и у нас в гостях архитекторы Андрей Маковский и Алексей Кораблев. Ребята, расскажите, что вас как архитектор вдохновляет на ваше творение? Не, ну на самом деле вдохновляют какие-то интересные события, которые происходят в мире, потому что появляется очень много технологий интересных, которые можно... как бы встраивать в свою работу, вот, и потому что, условно говоря, еще 15 лет назад невозможно было представить, что архитектор или дизайнер работал за компьютером и делал полностью все там не от руки, да, а сегодня это полностью перевернутая с ног на голову профессия, которая абсолютно по-другому выглядит, и вот, ну, классно, что можно находить какие-то вещи и быть полезным людям, да. Раньше это было про искусство, и только решалось какие-то эстетические вещи для супербогачей, а сегодня это, ну, этим можно решать проблемы, там, не знаю, африканских детей голодных, да,
и это клево. Вот. Меня вдохновляют клиенты вообще, потому что, ну, в Беларуси, по сути, там хорошей архитектуры немного. И каждый раз, когда приходит клиент, и он говорит, я хочу там поменять, не знаю, вот эту часть города, поменять там... Города? Ну, вот мы, например, проектировали квартал там в Новой Боровой, да, ну, такой достаточно большой квартал. Или там вот в России мы проектировали тоже два квартала. Ну, это как бы классно. И, ну, второй момент, это когда просто хотя бы там, вот коттеджная застройка, она тоже такая себе обычно, да, это там какие-то постсоветские здания, там замки, шале, то есть вот такое все, кто в лес, то по дрова. И когда приходит клиент, говорит, я хочу здесь построить вот реально там другой дом, это будет европейский взгляд. Ну и вот этот вот запал, который есть у клиента, он каким-то образом вдохновляет и, ну, позволяет самореализовываться. То есть и вот эта вот штука, это классно. У нас есть еще несколько вопросов для вас, но одно условие, на них нужно ответить не более чем за 10 секунд. Такой блиц почти. Готовы? Okay. Угу. Поехали. Хорошо. Андрей, три главных качества архитектора. Умение общаться, умение рисовать и эрудиция. Алексей, кем ты мечтал быть в детстве? Банкиром. Я хотел носить деньги ведрами. Хорошо. Андрей, сколько времени ежедневно ты проводишь в социальных сетях? Ой, мне iPhone показывает, наверное, часов 6. Много. Да, я оттуда почти не влажу, да. Теперь понятно, кто из вас двоих работает. Это работа, это работа. Мы общаемся через социальные сети во многом. Алексей, как ты поднимаешь себе настроение, когда грустно? Наверное, ну, мне больше всего поднимает настроение, когда именно грущу. Ну, то есть я погрущу, я отхожу и становлюсь на утро веселым. Андрей, а что тебе поднимает настроение? Слушать музыку люблю. Хорошо, Андрей, каким ты себя видишь через 10 лет? Бородатым, еще больше бородатым, толстым, татуированным дядькой таким. Алексей, твое главное достижение в жизни на данный момент? Ну, наверное, наша студия. Спасибо, ребят, большое за ответы. Ну что, как обычно, гости пришли к нам в студию с какими-то подарками для наших телезрителей. Что же у вас в руках? Ну вот эта премиум-карта от нашей студии, она дает очень большую скидку. И если хотите стать нашим клиентом, то тут большая скидка. Это хороший подарок. Ну, а тут у меня в руках часы. Часы. Всем нужны часы, потому что самое ценное у нас — это время. Ну что же, ребят, спасибо большое. Итак, уважаемые телезрители, как стать обладателем этих крутых часов и карты со скидкой? Нужно быть подписанным на Instagram ребят, на Instagram нашего шоу и оставить один комментарий под нашей фотографией совместной с ребятами. Один человек может оставить только один комментарий. И случайным образом мы выберем победителя, и вы получите эти подарки. Спасибо, ну что пришли ребята, к нам в гости, да, ребят. Были рады вас видеть. Спасибо вам, что позвали. За окном октябрь, осень перевалила за середину. Настя, ты следишь за тем, что эксперты советуют носить в том или ином сезоне? А по мне что, не видно, что ли, прошу прощения? На самом деле нет. Ты типа в костюме листьев, вот этой кучи листьев, да, которая лежит. Я очень осенняя девочка. Слушай, ну да, слежу за трендами, стараюсь разбираться в моде, но если какая-то вещь мне нравится, ну, очень сильно, я все-таки шкаф своего не выкину. Это всегда очень удобно, да, носить что-то старое, и если тебе начнут говорить, тыкать, ты что сегодня надела, говорить, это просто модно, вы не шарите, это новый тренд. Винтаж, например, да. Но все-таки лучше с этим не баловаться особенно сильно, и поэтому нам нужно мнение эксперта. Именно сейчас такое мнение мы с вами и увидим в нашей постоянной рубрике «Модный гардероб». Сегодня мы поговорим о базовых элементах, без которых никак нельзя обойтись в гардеробе любого мужчины в сезоне осень-зима 2020. Свитер и пуловер. В 2020 году необычайную популярность приобретут вязаные яркие изделия с длинным ворсом, модели с геометрией, асимметрией и абстракциями, классические вещи с V-образным вырезом. Все также будет востребован стиль оверсайз, свободные пуловеры с длинными рукавами. Бомбер. Данный тренд, давно покоривший немало мужских сердец, с полным правом уже может назвать классикой жанра. Плащ. Сторонники более легкого стиля могут выбрать нестандартный фасон или изделие с принтами. Трендом моды 19-20 стали полупрозрачные плащи, плавно перебравшиеся в мужской гардероб из женского. Пальто. Двубортное пальто вернулось в моду и станет хитом грядущего сезона и для молодых мужчин, и для тех, кому за 50. В холодный период наибольшей популярностью будут пользоваться изделия длины миди с маленьким воротником. Дубленка. В новом сезоне акцент будет сделан преимущественно на материалах натурального происхождения. Необычайную популярность приобретут дубленки, украшенные стильным декором в виде высокого воротника, металлизированного пояса, пуговиц и молний, наделенные подкладкой из отбеленной овчины. Куртка-одеяло. Этот предмет гардероба занял полноценное место и у мужчин, и у женщин. Монохромные разноцветные красочные полотна предоставляют возможность отправиться на прогулку или встречу, просто накинув его сверху.
Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И я рада представить вам нашу следующую гостью. Это игрок волейбольной команды «Минчанка» Елена Федоринчик. В виде какого животного делают мягкие игрушки? Собака. Куда ходят дети вместо школы? Садик. С чем самые вкусные булочки? С маком. Чей телефон и номер помнят наизусть? Мамы. Мастер спорта международного класса Елена Федоринчик представляет волейбольную команду «Минчанка», которая выступает в открытом чемпионате России и сборную нашей страны. Елена и ее партнеры по команде неоднократно побеждали в чемпионате Беларуси и демонстрируют высокие результаты на международном уровне. Есть у нашей гости и опыт выступлений в качестве легионера. Лен, привет! Привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты начала заниматься волейболом? С 10 лет. Ты как-то осознанно пришла в волейбол, или это было, не знаю, родители привели на кружок, друзья ходили? Я осознанно пришла в спорт, а в волейбол я пришла из баскетбола. Вот, и когда стоял выбор уже конкретно более профессионально заниматься чем, то я выбрала волейбол. А каково это в детстве заниматься волейболом? Тебя все время отнимали тренировки? Когда прошел период, когда мы занимались больше какими-то физическими упражнениями на развитие различных качеств в определенном возрасте, то есть это и пионербол, и там, на скорость работы и так далее, тогда мы пошли в спортивный класс. Нас пригласили, и тогда были тренировки по 2 раза в день. То есть утром мы приходили и занимались где-то 1-1.5 часа, потом шли на занятия в школу, и после занятий сразу же была 2-я тренировка. Лен, профессиональный спорт подразумевает ряд режимных ограничений. Насколько тяжело с ними справляться тебе? Когда это уже становится системой, ты привыкаешь к этому контролю. Это и режим питания, и режим восстановления. У тебя такие грустные глаза в это время. Такие грустные. Но на самом деле меня поймут многие люди, которые отдают себя спорту и не только именно профессионально, потому что ты действительно зависишь от этого, от режима своего дня, потому что это влияет не только на твои игры, твою физическую форму в соревновательный период, но и на тренировочный процесс. Какие продукты, например, тебе ни в коем случае нельзя? Я противник Кока-Колы. Чипсы стараюсь ограничивать. Конечно, жирное, жареная, да, от этого, конечно, лучше отказываться. А твои семейные, домашние точно так же придерживаются твоего режима или приходится готовить вот на несколько? У меня муж спортсмен, поэтому мы по питанию сходимся во мнении, и я готовлю как на себя, так на его один рацион. Это личное решение или тренер указывает, вот сегодня ешь только сельдерей? Нет, это личное решение. И профессиональный спортсмен действительно должен следить за своим питанием. Команда «Минчанка» сейчас участвует в открытом чемпионате России. Вам противостоят серьезные соперники. Насколько тяжело находиться в таком постоянном стрессе? Очень тяжело, потому что это совсем другой уровень и абсолютно не сравним с белорусским уровнем волейбола. Все команды высокого уровня и технически, и физически гораздо выше игроков белорусского чемпионата. Поэтому сложно, каждый матч проходит на максимуме. Нам нужно пытаться цепляться за каждую игру, и нам нужно доставать эти победы. Вот. И действительно, это очень сложно дается нам. Но в этом есть какие-то свои плюсы? Да, конечно, плюсы есть. Мы растем в тактическом плане. Потом приезжаем в Беларусь всех. Вот, все, мы самые крутые. И в психологическом плане, конечно, это плюсы, потому что добавляется какая-то смелость, уверенность в себе впоследствии на европейских соревнованиях. Елена, скажи, а какая атмосфера в раздевалке царит после поражений? Бывают конфликты, какая-то ругань? Конфликтов, к счастью, нет. Мы стараемся мирным путем, если есть какие-то замечания или пожелания друг другу. Если действительно уже накопилось, то мы в спокойном тоне, конечно, это можем сказать. После поражения, конечно, есть осадок, и говорить о каком-то веселье не имеет смысла. Ну, вы сами понимаете, да, когда что-то неудачно получается на работе, ты всегда это переживаешь. Хорошо, а как у вас отношения, в принципе, выстраиваются в команде? Вы больше как семья, как друзья, как коллеги просто? Можно сказать, что это все в совокупности в определенно разных моментах, потому что нам нужно быть семьей в плане понимания друг друга и прощать какие-то ошибки, не заострять внимание на это. Ну, в принципе, как отношения и в семье. Коллеги, да, друзья тоже, потому что жизнь состоит не только из отношений на площадке, но и за ней. И, конечно, так как у нас круг общения ограничен,
достаточно. Поэтому... И мы очень много времени проводим вместе. Конечно, уже и формируются какие-то более дружеские отношения друг с другом. Хорошо. А какие цели сейчас ставит перед собой команда «Минчанка»? На данный момент это выйти в плей-офф чемпионата России. Это задача на сезон. Также показать высокий результат, войти в 1/4 Кубка ИКВ. Мы будем за вас болеть, держать пальцы крестами. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях игрок волейбольной команды «Минчанка» Елена Федоринчик. Елена, ваши соперники в лиге, в которой вы сейчас играете, представляют различные регионы России. И как тяжело вообще справляться с переездами вот, на игры в каждый город по России? Сложно было в прошлом сезоне. Мы были в таком шоковом, стрессовом состоянии, потому что мы впервые заявились в чемпионат России. После... И ехали на Блаблакар. Во втором сезоне мы ушли все ошибки. После того, как мы раз в неделю благополучно на автобусе перебирались с одного города в Беларуси в другой, то там нам предстояли сложные перелеты. Практически все они были с пересадками. И первый вылет из Минска у нас был ночной. Практически всегда. И бывало так, что мы прилетали с тура, стирали вещи, и утром мы собирались и вылетали на следующий тур. Ну, то есть это все было очень... насыщенно, и поэтому в прошлом сезоне могу смело сказать, что очень большой труд и очень много сил мы затратили на перелеты. Насколько мы знаем, в позапрошлом году ваша команда заняла второе место в серьезном европейском турнире. Что за он? Действительно серьезный, и до этого в суверенной Беларуси уже с того момента, после развала СССР, это наивысшее достижение среди клубных команд. Команды, которые участвуют в этом чемпионате, в этом первенстве Еврокубков, они все очень хорошего, высокого европейского уровня. Поэтому... Конечно, наверное, это было на максимуме наших возможностей. Возможно, если бы нам в финале не попалась команда из Турции очень сильная, ну, был бы шанс с прежним составом занять и первое место. Скажи, а в чем разница при игре за клуб и при игре за сборную? Как для профессионального игрока, я считаю, что отличий не должно быть, потому что ты как на максимуме играешь и в клубе отдаешь себя для достижения максимального результата, так и за сборную. И плюс честь страны, ну, ни там ты не можешь позволить себе какую-то халатность и безразличие. И низкий какой-то результат. Насколько мы знаем, у тебя был и легионерский опыт. Да, был. В Казахстане. Что за он? В Казахстане я решила попробовать себя, мне было интересно. Ну, я поставила себе задачу в своей карьере попробовать выехать куда-то за границу, посмотреть, что это. Потому что, на самом деле, играя в одном клубе, и когда ты привыкаешь к комфортным для тебя условиям, ты немножко по-другому относишься к людям, которые приходят к тебе в команду. Ты думаешь, что с них больше спрос, и они должны все отыгрывать. Да, но на самом деле так и есть. И поэтому, когда после того, как ты выезжаешь, и ты понимаешь, попадаешь вот в эту атмосферу, после этого тебе хочется более быть открытым и дружелюбным для того, чтобы принимать игроков в свою команду. Опыт хороший в любом случае, потому что играть с другим, в другом коллективе и с другим тренером — это всегда будет на пользу, потому что есть чему поучиться. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях игрок волейбольной команды «Минчанка» Елена Федоринчик. Елена, сейчас мы предложим тебе сыграть в игру. Ну, мы предложим, но ты не откажешься, знаешь, какое такое предложение. Тебе частенько, когда ты играешь в волейбол, тренер что-то кричит, какие-то команды. И из-за того, что в зале шумно, поддержка, болельщики, нужно как-то вытягивать эти фразы и слышать, что сказал тренер. Сейчас мы попытаемся создать похожую ситуацию. Мы наденем на тебя наушники, в которых будет играть музыка. А и... я стану твоим тренером. Да, она будет говорить тебе какие-то фразы, и волейбольные фразы, не просто рандомные, они будут связаны со спортом. И ты должна будешь угадать, что она произносит. Да, понятно? Давайте. Давайте-ка начнем тогда. Поехали. Держи. Этой стороной. Р. Все правильно? Все, можно начинать. Поехали. Девочки, соберитесь, нам очень нужна эта победа. Девочки, давайте, нам нужна победа. О, почти, супер. Вторая фраза. Лена, подача должна быть силовая, а ты что? Лена, подача пошла силовая, а ты что?
Да, клево читает по губам, то, да. Что надо. Повнимательнее у сетки, а то закинут за шиворот. Внимательнее будь. Повнимательнее у сетки, а то закинут за шиворот. Внимательно слушай, что тренер говорит. С наездом. Интонацию правильно передала, а так нет. Ладно, пропускаем эту фразу, продолжим. Счет 24-1. У нас есть шансы отыграться. Счет такой-то, такой-то. У нас есть шансы отыграться. У нас есть шанс отыграться. Супер! Лена, ты куда на площадку побежала без формы? Оденься! Лена. Ты куда на площадку побежала без формы? Оденься! Ты куда на площадку побежала без формы? Оденься! Красотка, супер! Еще раз пнешь волейбольный мяч ногой, будешь новый покупать. Еще раз не примешь этот мяч. Еще раз пнешь волейбольный мяч ногой, будешь новый покупать. Еще раз подфутболишь этот мяч ногой, будешь... Новый покупать! Новый покупать. Е-е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 -
Федоринчик. Сегодня у нас на шоу игрок команды «Минчанка» Елена Федоринчик. Абсолютная победа! Супер! Все, можешь снимать. Я сильно кричала. Слушай, ты умница, самый настоящий профессионал. С этим заданием справилась на ура. Что, Лена, отлично справилась. Сразу видно, есть большой опыт в выполнении таких заданий. Мы тебе аплодируем, это было великолепно. Почти все было угадано. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях игрок волейбольной команды «Минчанка» Елена Федоринчик. Лен, ты можешь дать несколько советов юным волейболистам, которые только-только делают свои первые шаги в этом спорте? Хочу пожелать стремления. Ни в коем случае не отступать от своего желания играть в волейбол, потому что на пути к достижению высоких результатов всегда будут как взлеты, так и падения. И не падать духом, верить в себя, верить в свою команду и слушаться тренера. Потому что сейчас такое время, детям очень сложно что-то доказать и чему-то научить. Поэтому, конечно же, внимание и любви к своему делу, которое они выбрали. Ну что ж, здорово, и у нас для тебя есть еще одно задание. Мы будем задавать тебе вопросы, но отвечать на них нужно будет максимально быстро, в течение 10 секунд. Готова? Ну, поехали. Какие личные качества помогли тебе добиться успеха в спорте? Смелость, уверенность, характер. Хорошо. Ты смотришь видео на YouTube? Да. На какую тему? Волейбол. Ты смотришь футбол? Да. За какую команду ты болеешь? У меня нет любимчиков в плане клубов каких-то. Тогда так. Поэтому я за красивый футбол. Кто круче, Месси или Роналду? Месси. Месси. А Пике зато красивый. А у тебя есть время читать книги? Да, есть. С удовольствием это делаю в свободное время. Что ты последнее прочла? Коко Шанель. А сейчас 13-ю сказку читаю. А за успехами каких белорусских спортсменов из других видов спорта ты сейчас следишь? Галкина Екатерина. Мне нравится гимнастика. Ну, наверное, могу это выделить как основное, потому что очень красивый вид спорта, грациозный, нежный. Еще за легкой атлетикой слежу. Хорошо, а где легче играть, дома или на выезде? С возрастом, наверное, становится как-то без разницы, но дома легче и увереннее, наверное. Так, если ты играешь на выезде, и там огромные трибуны, все забиты болельщиками, то ты просто переворачиваешь это в свою сторону. А какая черта человеческого характера тебе наиболее неприятна? Подлость. В какое место в Беларуси в первую очередь отвезешь иностранную подругу? В Дудутки свозила бы. Ну что, Лена, спасибо большое тебе за ответ. И, насколько мы знаем, ты пришла не с пустыми руками, а с подарком для наших телезрителей. Что это будет? 2 билета на домашний матч и шарф с логотипом нашего клуба. Отлично. Итак, уважаемые телезрители, как стать обладателем этого чудесного билета на матч команды «Минчанка» и шарфа, который принесла нам Елена, нужно подписаться на аккаунт команды «Минчанка» в Инстаграм, подписаться на аккаунт нашего шоу и оставить один комментарий под нашей общей совместной фотографией. Один человек может оставить только один комментарий. Мы абсолютно случайным образом выберем победителя, который придет и будет болеть за команду «Минчанка». Кстати, когда в ближайшее время можно прийти и поболеть? Вот как раз я приглашаю всех на наш домашний матч, который пройдет 26 октября против команды «Локомотив» из Калининграда. Билеты можно приобрести онлайн или в кассах Дворца спорта в Уручье. А также в этом сезоне продаются абонементы. Приходите, мы будем рады вас видеть. Нам очень нужна ваша поддержка.
Сегодняшний эфир шоу «Подъем» подходит к концу. Что ж, он получился весьма интересным. Мы послушали классную музыку, пообщались с замечательными гостями и посмотрели крутые видео. Но уже завтра вас ждет новый выпуск нашей программы, не пропустите. А мы на этом прощаемся с вами. До новых встреч! Не скучайте! Пока-пока!